И всем зайцы, привет, с вами на связи Ади Монстр, ребят, я не один, а старый, поздоровайся. Всем добра, друзья! И сегодня, ребят, я буду спрашивать от Реда интервью, ну а мы погнали. Так, первый вопрос. Как тебя зовут? Меня это засекреченная информация. А сколько тебе лет? Мне 16. Уже недавно скоро исполнится 17, кстати. А это уже 28-го, то есть через 20 дней. Ничего себе. Зачем тебе канал? Канал — это фан, это я просто развлекаюсь. Это, знаешь, как хобби, которым я занимаюсь. И это, в принципе, даже, если честно, весело. Обожаю заниматься каналом. Иногда бывает такое, что не выложу видео, но, в принципе... Да, это мое хобби. Что будешь снимать, кроме Роблокса? Кроме Роблокса? Да, скорее всего, пока что ничего. По крайней мере, я не планирую ничего снимать, кроме Роблокса. Не вижу смысла. Будет ли у тебя второй канал? Ну, скорее всего, как раз таки он и будет по другим играм, но, возможно, и не будет. Это как уже будет зависеть от Роблокса. Есть ли у тебя группа в Роблокс? Конечно, есть, только она как раз таки не про мой канал, но она связана с одной группой Дискорда, но это уже совсем другая история. Сколько бы свой канал продал? Я бы свой канал как раз таки не продал, потому что это мое хобби. Представь, если ты продашь свое хобби, ну это неправильно. Применял бы ли ты подписчиков на деньги? Нет, я серьезно говорю, если бы мне предложили деньги, я бы не променял. Потому что, блин... Подписчиков не можно продать. Это невозможно. Подписчики сами выбирают, на кого подписываться, на кого нет. На сколько подписчиков ты спаешь свое лицо? Возможно, не знаю. На этот вопрос я не могу дать ответ. Будут ли у тебя стримы? Они и сейчас есть, и будут, и в принципе они всегда будут. Это такой момент, где мы можем пофаниться вместе на каком-то стриме. Ты делаешь превью сам или кто-то себе делает? Начнем с того, что я раньше делал только сам. Потом мне, конечно же, помогла мне кошечка. Но потом я решился делать их сам, и по сей день, кстати, их делаю уже сам. А есть ли у тебя девушка? Да, вроде бы нету. Да, вроде бы нет, правильно, что такого? Есть ли у тебя брат или сестра? Конечно, есть. И брат, и сестра. А где ты живешь? Я живу в городе Киев. А будет ли у тебя конкурс на Робоксы? Конкурс на Робоксы? Конечно же, будет. Это у всех, по моему каналу, бывают раздачи Робоксов. Скорее всего, да, будет. А будет ли сериал? Сериал? Ой, насчет этого вряд ли, и, возможно, даже не стоит у меня ожидать такого. Будет ли интервью? Интервью? Ну, максимум только лишь с тобой. Есть ли у тебя бабушка? Сделаю такой ответ по тебе. Есть ли у тебя бабушка или дедушка? Ну, конечно, есть. Будет ли мувик по КБРО или по CSGO? Что такое мувик? Мувик — это типа нарезка киллов. Там монтаж. Нарезка нужен. Киллов? Ну, не знаю. Нет, вряд ли на моем канале такое будет. Вряд ли. Сколько времени тратишь на монтаж? Что? Сколько времени тратишь на монтаж? На монтаж? Да. Ну, смотри. Мой процесс ролика выходит так, что я делаю ролик, пытаюсь его заснять, потом я обрезаю моменты, и, в принципе, это мне, часик, наверное, час. Ну, немало. Есть ли у тебя домашнее животное? Есть. Ага. Окошечко. Она, кстати, вот здесь, наверное, рядом возле меня лежит. Но это уже такое. Будешь ли ты забрасывать канал? А что? Будешь ли ты забрасывать канал свой? Да, не знаю, как будет, если... Ну, скорее всего, нет. Для меня это как просто развлечение, за которым я занимаюсь. Продал бы ты канал? Дал ли бы я канал? Да. Скорее всего, нет. Будет ли у тебя Майнкрафт?
Будет ли у меня Майнкрафт на канале, да? Да. Ну, смотри, скорее всего, возможно, будет. Возможно, будет. В качестве, наверное, только стримов. А что ты ел перед интервью? Что? Ты без меня знаешь, что я перед интервью захотел поесть? Ну, если подписчикам твоим интересно, то я могу, конечно, сейчас рассказать. Говори. Хотя, кого я обманываю? Им, скорее всего, интересно. Ну, в общем, тарелочка вермишеля. В отдельной тарелочке лежит еще мясо, еще не доел, кстати. Ну и, конечно же, капуста, которая морская, кстати. Морская капуста. Ну, я ее уже тоже съел. Перед интервью, кстати, было очень вкусно, если честно. Твоя любимая еда. Моя любимая еда — деруны. Пряники, как вы еще их называете. А, пряники. А как ты относишься... Деруны, драники, или как их там? Драники вроде бы называют. Как ты относишься к тем ютуберам, которые снимают Майнкрафт? А? Как ты относишься к тем ютуберам, которые снимают Майнкрафт? Вроде бы как-то нейтрально, мне, если честно, все равно. Они снимают Майнкрафт, пусть снимают. Иногда я даже посматриваю некоторые такие каналы. И иногда мне даже интересно и залипающе посмотреть на них. Mm-hmm. Можно даже не просто нейтрально, а позитивно. А есть ли у тебя DS-сервер? Я бы сказал, их даже несколько. Но насчет моего основного Discord-сервера, который будет по моему каналу, он будет, скорее всего, ну, скоро. Он уже будет скоро, он уже у меня в разработке, я уже его делаю. У меня есть парочку серверов, есть два РП-сервера и один такой основной про армию, но это уже так. Другая история, так сказать. Ну да, можно и так сказать. А через что же ты снимаешь видосы? Что я снимаю видосы? Да. Ну смотри, поначалу я снимал через Lenovo Studio. Когда я получил этот ноутбук, я получил там такую программу, через которую я смогу снимать как раз-таки эти все видео. И я как раз-таки был рад, потому что я не умел снимать через другие программы и снимал только через эту программу. И мне было очень интересно и удобно, потому что я не знал, раньше надо было продлевать видео, а здесь можно было просто снимать. Но потом я догадался, что есть такая программа под названием OBS, и я перешел полностью на нее, потому что там гораздо удобнее. А сколько твой комп стоит? Мой комп? Я не знаю, сколько стоит мой комп. А сколько стоят твои наушники? Наушники? Они мне достались от моего брата. Тоже не знаю, сколько они стоят. А есть... Сколько стоит твой микрофон? Хотя бы знаешь, сколько микрофон стоит? Нет. Да, я знаю, сколько стоит мой микрофон. Он входит в стоимость моего ноутбука, потому что он встроен в ноутбук. Я не знаю, сколько стоит ноутбук. Ну что ж, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Дима Гамес, и Треды. И да, я был с вами. Inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities.